центре Санкт-Петербурга напротив Мариинского театра откроется филиал музея Кижи. Идею поддержал министр культуры России Владимир Мединский. Организация «Содружество народов Карелии» стала одним из победителей конкурса грантов главы республики. Накануне Нового года НКО проведет в Петрозаводске первый общественный бал. В продовольственном магазине города Сартовало обнаружены сыры из стран Евросоюза. В отношении юридического лица, торгующего санкционкой, возбуждено дело об административном правонарушении. Петрозаводский педагогический колледж проведет патриотическую акцию «День белых журавлей». 22 октября студенты и преподаватели поднимут над головами белых бумажных птиц в память о тех, кто погиб во время вооруженных конфликтов. В Петрозаводске с 19 октября будет затруднено автомобильное движение по улице Гражданской в связи со строительством многоэтажного дома. Проезд будет ограничен до 22 часов 15 ноября от улицы Лежневой до 2 Северной. С 26 октября в Петрозаводске начнется фестиваль немецкого кино. В программу вошли 5 знаковых фильмов, представляющих разные тенденции в развитии современного кинематографа Германии.